Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Spaceland. Продолжить играть. 72% игры уже пройдено. Скоро, чувствую, будет финал. Так, что мы с тобой вот здесь вот уже, да, находимся? Окей. Здесь так тихо, аж не по себе. Может, комплекс уже покинули? Не думаю, тишина. Это повод удвоить бдительность, а не расслабиться. Эй, есть кто живой? Видите, никто не откликнулся. Так что никого здесь нет, расслабьтесь. Просто нет слов. Так, ну что, кого мы возьмем на задание? Так, это у нас идут автоматически, а вот здесь кого взять? Турвальда или... Интересно. Даже не знаю, друзья. Даже не знаю. Ну, по идее, вот этот бы неплохо был. Но у него мало патронов. Ладно, возьмем гнома. Гнома, ну ты понял, короче. Посмотрим, что нам тут нужно вообще сделать. Так, пропустить начальный диалог? Нет, конечно. Ух ты, SM9000, последняя модель. Уже не терпится с ним поиграть. Думаю, эти компьютеры открывают двери в другие залы. За дело. Есть, мэм. Черт, мой мини-компьютер начал устанавливать обновление. Все, готово к работе. Готово к работе, так и что? Ну я вижу здесь патроны. А, смотри, у нас здесь ворота. И здесь ворота. Я думаю, что мне, наверное, не обязательно их открывать. Опа. А они сами откры... Чего? Упс. Друзья, это что за приколюхи-то такие? Давай я сделаю так, наверное. А я могу их заморозить? Могу. Встанем сюда. А этот-то мужичок сейчас получит, я так понимаю, да? И есть. Так, братишка, ну-ка, сейчас, подожди. Выносим мозг. Упс. Что, опять заморозка? Нет. Лучше мы спрячемся. Блин, нам ничего не сделать-то здесь. Ой, твою налево. Так, если ты, например... Пробуем. Отлично. Повылазили, понимаешь ли, здесь вообще. Так, теперь нужно распределить патроны. У этой два. У тебя сколько? Три. Один. Блин, горелый. Ход врага. Пока, наверное, не будем трогать, или как, я даже не знаю. Открываем. А, терра. Ну, давай, терра, открывай. Ёк-макарёк. А предупредить, блин, не могли, что здесь будут дроны? Конец хода. Офигеть. Так, братишка, что же мы сделаем? Мы с тобой можем ушатать либо-либо. Наверное, так сделаем получше. Возьмем патроны. Минус. Аптечка есть там впереди.
Аптечка спереди, это уже радует, ребята. Так, спрячемся здесь, наверное. Торвальд. Пойдешь вот сюда, спрячься за сундук, или ты не прячешься за ним, я не знаю. Сюда перебежим. Ноль процентов попадания, зашибись. Это потому, что он, наверное, за преградой, да, спрятался. Так, давай сделаем вот таким тогда образом. А эту поставим сюда. Ну, ребят, я так сделал специально, потому что он может хильнуться. Готов. И к тому же у него, по-моему, или у кого? А, вот у нас медик. Так, и насколько я могу понимать, сейчас опять тут, да, что-нибудь будет. Ворота, короче, будем открывать с собой в экстренном случае. Ход врага. Так, эту мы поближе к компьютеру. Блин, ну этот ящик, конечно, тоже упускать, но не хотелось бы на самом деле. Давай посмотрим, что у нас вообще произойдет. Если мы с тобой вот так вот активируем. А там пусто. Да, ну такого быть не может. Тут ворота. Вот эти вот мне совсем не нравятся. Чую, как эта ловушка будет, блин. Я могу сам сюда вот открыть? Нет. Опа. Опачки. Этого недостаточно было. Я понял. Ну и вот чего теперь делаем? Так вот. Если я, например, сюда перебегу. Мне не нравится вот здесь вот. Что-то должно, наверное, произойти. Никто не спускается? Что это вот за ворота вот это вот? Трындец. А тут дроны у нас находятся. Я понял. Опачки, да ты посмотри, а. Так, девчуля, тебе надо бежать за патронами и заодно подлечиться, наверное. Так. Так, 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 что сделать-то? Заныкаться здесь? Пока только такой вариант я вижу. Да ну нафиг. Давай беги, сломи голову. То есть, если я... Ты далеко убегать можешь. Убегай тогда сюда. Торвальд пускай бежит сюда. Угу. Блин, все равно видит, да?
Так, бери патроны. Ты отсюда сможешь, интересно, достать? Вряд ли, да? Посмотрим, сколько она. Ох, там еще один. Другого варианта не было у меня. Твою налево, а. У тебя есть хоть что-нибудь там ближнего боя? Нету? И у тебя нету, ладно. Нет патронов. Но есть аптечка. Давай сюда вот спрячемся. Я не знаю, поможет это как-то вообще или нет. Блин, да она не видит ни шиша. Ну что, ребят, пошел я тогда. Подожди, у Торвальда есть. Вот у тебя нет патронов, да? Значит, ей нужно бежать вон за тем ящиком. Надеюсь, у нас никаких тут ходов нету. Ограничения, я имею в виду, по ходам. По-моему, нормально, да, все? Ну, патроны в любом случае нужны. Как без них идти-то? Так, открываем и возвращаемся обратно. Потому что без нее в любом случае мы компьютер не включим. Точно ходов у нас нету? Так, должен выжить Терра. Так, давай-ка мы вот сюда вот встанем, на всякий случай. А может быть там что лежит, не? Сейчас проверим. Оу, аптечка. Так, бро, тебе эта аптечка понадобится. А вот здесь, интересно, что-нибудь лежит? Вдруг патрон вот тут? Тоже не видно же пока. Есть, 50 единиц. Сейчас я гляну, ребят. Если тут патроны... Это что? Это куда у нас? Оу. А это надо было делать? Не знаю. Ладно, активируем. Что-то я пока ничего не вижу здесь. Турель. Твою налево, блин. А, мы вот сюда, да, должны выйти? Понял. Твою налево, тут выпустили, блин, кракена называется. Давай, иди сюда. Так, ты сюда встанешь. Эти побегут за мной, естественно. Я же не знал, ребята, что здесь такие чудики стоят. О-о-о! Минус турель. Слушай, может быть, бомбануть по ним, а?
Твою налево. Ну им крышка. Да хорош. Так, я встану сюда. Прекрасно. Так, девчуля, помогай. Так, ты сюда. Герой покинул уровень. Так, ты тоже покидай. Ну и остаемся только мы. Все, друзья мои, отлично у нас получилось. Избежали мы с тобой в ловушке этой раундов. За 17? Как тут за 17? Я не знаю, ребят. Ох ты. Твою флотилию. Ну и головорезы. Мне больше нравилось без этих настырных ребят. Похоже, это профессиональные наемники. Их работа стоит очень больших денег. Не мешало бы вызвать подкрепление. А как же двое оставшихся ребят из Альфы? Эти бюрократы отправят сюда военный отряд только через полгода, в лучшем случае. Эх, похоже, по-правильному тут не получится. А ты начинаешь улавливать суть. Используя запчасти из лаборатории, капитан Артега починила свой персональный телепорт. Теперь ее врагам не поздоровится. Ну, допустим, не поздоровится ее врагам. Так, мы можем с тобой сделать какое-нибудь улучшение или еще что-нибудь в этом роде? Денег у нас не хватает. Улучшение можем сделать? Так, 12 этих есть, да? Есть у нас Артега. Ага, телепорт. Так, турбопрыжок. Плюс 1 к дальности супертелепорта. Плюс 2 к дальности броска ловушки. Плюс 10 здоровья от стимулятора. Плюс 1 к запасу стимуляторов. Ну да. Даже не знаю, что и сделать, да, друзья? Ну что, пойдем сюда, посмотрим. Все факты указывают на то, что мы на подпольной исследовательской базе. А это что за светящиеся панели? Выглядят как стационарные телепорты, но ведь их создание считалось невозможным. Не хочу вас прерывать, но в нашу сторону движется группа негостеприимных хозяев. Значит, будем пробиваться через зал с телепортами, пока нас не окружили. Так, ну что, здесь у нас на выбор, да? Возьмем, наверное, Торвальда. И вот так. Не знаю, правильно или неправильно. Но другого варианта я не вижу. Судя по царапинам, этими телепортами уже активно пользовались. Мы с Маркусом прошли специальную подготовку по пространственным прыжкам. Они сильно вредят здоровью. Но, похоже, ученым комплекса удалось доработать технологию и снизить побочные эффекты. Телепорт снайпера позволяет перемещаться на большие расстояния, давая возможность выбраться из самых сложных ситуаций. Так, ну что, если мы... Так-с. Телепорт. Телепорт. Щитовики. Окей. О, а вот это вот похуже будет. Что делаем? Твою налево, блин. Как тут что-нибудь придумали? Нет, если я бычку толкну, фигня получится, да? Давай так сделаем. Иди сюда. О, набежали. Щитовички.
Подожди-ка, если мы так сделаем. Готовы, хлопчики, да? Так, что мы сделаем? Вырубим одного. Открываются эти? Во. Можно здесь поставить. А вот тут-то что мне сделать? Хм. А если я, например, вот так вот сделаю? Хоп. И вот так вот. Ну, все-таки. Блин. Все-таки так лучше, чем, да? Промах. Все? Вырубили. Нормально. Так, патрончики, патрончики, патрончики у нас есть. Не сможем попасть. А куда? А, нам надо, наверное, вот сюда идти. Ну что, попробуем сделать хитрый ход. Блин, спрятался, называется. Ну, если что, тут аптечка есть. Думаю. Да блин. Да что он? Пипец. Хотя бы так. Так, ну этой девчуле явно нужно, блин, сейчас бежать за медициной. Ты сможешь у него вот так вот? Смог, ты смог. Ага. Готов. Бери птичку. Так, здоровье хильнулись. А здесь патрончики возьмем. Так, у нас ворота. Так, у тебя сколько патронов? Нормально. Девчонке нужно, да? Боезапас. Сейчас мы эту дверь откроем, посмотрим, что у нас тут будет. Может быть, там какая-нибудь опять всегда. Что, открываем потихоньку? И? И тишина. Так, я все-таки возьму патронов. Так, это телепорты, да, у нас? Тут что-то такое интересное. Ну-ка. Ящик. Телепорты красные, блин, подожди-ка. Красные телепорты ничего хорошего не сулят. Ё-моё. А вон наш, да, синий телепорт. Подожди, а что надо? Ну, синий телепорт и чё? Точно, блин, синий телепорт, а то... Патроны есть? Давай проверим. О, так он еще и... Зашибись, он еще и бесконечный. Они сейчас будут тут... Куда ты бежишь, дурачок? Ты местного разлива, ты болван, ты непутевый, а? Что ж ты сделал-то, а, старый ты Торвальд? Чё там? Да ну нафиг, они будут бесконечно сейчас. Так, ты можешь? Подожди, ну-ка. Ага, ага, мы активировали. Правильно я понимаю? И где? Ох, ничего себе. А тут еще... Зашибись. Так, значит... Подожди. А, вон выход. Все, я понял. Блин, старик. Тогда ныкайся. Так, у тебя патроны есть? Есть. Идем сюда. Пропускаем ход. Это сейчас я не удивлюсь, если они что-то тут будут появляться, появляться и появляться. Пипец. Эй! Так, ну-ка давай. Замечательно. Так, тут еще один дрон. Так вот сделаю я.
Так, старик, ты, блин, ты добежать не можешь, да? Почему я называю его старик? Ладно, фиг с ним. Он старик. А чё ты не стреляешь-то в ответ? Допустим. 43% попадания, а так 52. Еее. Так, насколько я помню, друзья мои, вот эти вот платформы, они падают. На них нельзя вставать вдвоем. Торвальд, пошли отсюда. Зашибись, а куда тебя это закинуло, парень, эй? А, ну тут дверь есть, фу ты нафиг. Все нормально, нормально, это была ложная тревога, блин. Иди отсюда. Так, ну что, кто первый пойдет? Давай, наверное, хильнусь. Подойду поближе сюда. Они, надеюсь, сюда не телепортнутся? Так, проверка. Отлично. Так, ты беги сюда тоже. Вдвоем встаешь на эту платформу, она падает. Прошли, герой покинул уровень. Так, выжил бойцов. Так. Ну, нормально. Главное, мы с тобой прошли этот уровень. Чего? Ох, еле выкрутились. Не думала, что телепорты могут вести в разные комнаты. Я, кстати, тоже не думал. Объезжать марсианского быка и то безопаснее. Там хотя бы знаешь, куда приземлишься. Какой ты умный. Так, это куда это мы с тобой идем? Тут какой-то комплекс у нас. 871 монета. Давай-ка мы с тобой, наверное, купим что-нибудь. Я не знаю, вот броню или... По идее, вот второе оружие нам нужно. Так, а где у нас отряд? Да у них у всех практически. Ага, кроме Терры. У Терры нету. У этого нет брони. У Торвальда нету оружия. Так, у Торвальда нету второго оружия, да? Я не понял. А, ну все, Торвальду мы сделали. А броню мы вряд ли сможем сделать, потому что у нас не хватит. Да, у нас не хватит монет. Ну что, давай идем сюда. Осторожнее, повсюду лужи со сверхгорячей жидкостью. Она похожа на ту субстанцию, которую перерабатывали в шахтах наверху. Сдается мне, что из нее получится первоклассный острый соус. Эх, я уже забыл, как соскучился по нормальной еде. Без рудной пыли и лап подземных тараканов. Эпизод 24. Ну, я снайпера, наверное, возьму. Ну, у снайпера мало патронов. Но зато бомбит далеко. Давай вот так я пойду. Посмотрим. Что у меня получится именно с этим отрядом? Ух ты, а это кто? Эй, послушайте. Я работаю в этой лаборатории. Ну, точнее, работал. Пока меня не посадили под замок. Без моей помощи вы не сможете взломать квантовые компьютеры. Выпустите меня, и я вам помогу. Хорошо, я собираюсь избавиться от лавовой лужи гранатой. Так что прикройте уши. Лава наносит урон, если на нее наступить. Расчищайте лаву гранатами, чтобы избегать повреждений. Какую ты гранату-то хочешь? Я не пойму. Вот эту вот, что ли, туда бросить? Ну, проверим. Точно. Ну что, освобождаем? Ёб-моё, я думал...
А, все нормально. Трындец, блин, нормально. А вот это ж... А, нам нужен этот мужик. Так, спрячемся. Торвальд, ты нужен Гордон, понял? Ну, нужен Гордон, так будем ждать Гордона. Пускай он подойдет. Ох, сколько вас там, а, хлопчики. На-ка. Давай, Гордон. Блин, ты удружил. Удружил ты, браток. Прям даже не знаю, как тебя поп... О, там еще эта фигня. Плевашка эта. Так, а что у нас тут вообще что-нибудь есть? Было? А Гордон? Он что-нибудь делает? Что это такое? Оглушающий луч, очки хода 3. Оглушает цель на расстоянии 4 и наносит 10 плазм урона. Ну, значит, все-таки хоть что-то ты можешь делать, да? Не просто там. Дурочка пришел валять здесь. Конец хода. Так, совсем забыл про эту пакость. А с гранатами только ты у нас дружишь, да? Ой. Да нету тут ни шиша. Оу. А там-то посмотри. Ага, я понял. Слушай, он какой-то... Так вот сделаем. Сюда поставим. Так, у тебя патроны там есть, слава богу. Так, ты идешь сюда, ты пойдешь сюда. Вот этого надо как-то чудика бомбануть. В плане ты... А почему эта фигня не стала бомбить? Допустим, мы сделаем так. Ну-ка. Отлично, отлично, красавчики. Так, смотри внимательно. Здесь у нас есть хилка, есть патроны. Но вот эта вот пакость, почему она такая красная, яростная? Неужели настолько мощная же и страшная? Проверим. Так, Гордон, или как тебя там звать? Что ты сделаешь? Наверное, откроешь вот эти ворота, да? Ладно, пока мы не разберемся с этой пакостью, ничего делать не будем. Пипец. Вот и перекрыли мы с тобой, блин, все. Понял я теперь. Что это, блин, за подарочек такой был? Ну, давай, родной. Хорошо. И эти откроются или нет? Или эти мы сами с тобой должны открыть? Ой-ой-ой-ой-ой, я что-то не увидел.
открыть. Блин, не пойму, что делать-то надо здесь. Там непонятно, что вообще. Ладно, конец хода. Ага. Она убивает любого, что ли, получается? Слушай, а здесь лужа что, исчезла, что ли? Исчезла лужа, прикинь? Торвальд, у тебя же полностью патроны есть. Тогда нам лучше. Что делать-то, а? Вылезла мразь, а? Давай сделаем вот так вот. Тебя уберем сюда. Пускай здесь постоит. Угу. Так, неизвестно, что у нас вот тут вот находится. И что у нас там находится. Так, если он встанет сюда, он перегородит мне путь. Ладно, возьми просто хотя бы медицину. Так, а что у тебя? У тебя один патрон. Вот у девчонки, да, у девчонки действительно проблемы. Сейчас проверим. О! Черт подери! Фига он там шпарит. Патрон один, патрон всего лишь. И со здоровьем беда. Ладно, сделаем кое-что. Вот так вот на стрёме. Пускай он, например, сюда перебежит. Ты что, встали в эту фигню? Да кто там все шуршит-то, не пойму я. Так, у тебя патроны есть? Давай мы встанем сюда, и тут все равно хламон пойдет рано или поздно на эту жижу. Пускаем ход. Блин, у девчонки аптечка есть. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем следующим образом. Перейдем сюда, надо его со спины бомбануть. А этот пока сбегает сюда, посмотрим, может быть, что-то здесь лежит.
Да ты заколебал, а? Девчуль, блин, бомбани, я не знаю, ему в спину, что ли. Достал уже просто. Так, ты пойдешь сюда, посмотришь. Телепорт. Блин, наверное, вот сюда телепорт этот будет идти, скорее всего. Да что ты, блин, по... Конец хода. Давай проверим. Угу, я был прав. Я был прав. А встанем вот так вот, мало ли там чё кто высунется. А здесь у нас турель, друзья мои. Да-да-да, я помню эти лазеечки. Там турель. Если я, например, встану вот так. А я не достану все равно. Ладно, фиг с ним, пускай стоит. А патроны так эти никто и не взял у нас, получается. Ладно, будем потихонечку продвигаться тогда. Непонятно, куда идти надо еще. Угу. Вижу, друзья мои, вижу там гадость. О, вдалеке стоит. Как-то вот так вот, что ли, нам нужно к ней подойти. Пропустим ход. Выйдем. Ага. Твою налево. Это же сейчас слизью, да? Своей этой желчной бомбанет. Ладно, посмотрим. Так и есть. Торвальд, туди оттуда. Придется просто выжидать теперь ход, когда вот это вот. Ага. Все, исчезло. Так, Торвальд пускай встанет здесь. Блин, постой. Я переградил себе там путь, прикинь. Так. Черт знает, как делать. Давай вот так вот сделаю. А, девчонка, девчонка. Ладно, фиг с ним. Бегут. На тебе. Извините, говорит. Извините. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам нужно добираться вон до того, так сказать, генератора. Нам эту птичку вообще никак не получается не взять, да? Нет, почему? Мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Если вот, например... Если, например, телепортнуться вот сюда, он может взять. Но пока я этого делать не буду. Конец хода.
Вылезла пакость все-таки, вылезла. 100%, да? Так, где два патрона? Тут где-то гадость эта бегает. Замечательно, ты пришил. Так, давай-ка, Торвальд, аккуратненько. Или кто у нас там? Блин, у этого патронов нету. Поэтому пускай на всякий случай Торвальд здесь будет стоять первым. Такс. У кого там здоровья вот мало, меньше всего? Не знаю, у девчонки. Так, кстати, здесь патроны. Так, Торвальд, давай на всякий случай вот так вот сделаем с тобой. Нормально. Так, наша цель его довести до вот этого компьютера. Так, девчуля, ты можешь воспользоваться аптечкой. Да? Да. Встаем сюда. На всякий случай встанем здесь. Так, ты отойди. Да ёпрст, блин. Ты, говорю, отойди. Мне вот этот нужен. Так, друзья мои, что у нас там? А там у нас и выход как раз. Погнали. Надеюсь, никаких сюрпризов сейчас тут не будет вот с этой стороны. Не хотелось бы на самом деле. Вроде как тишина. Угу. Вроде как. Пускай эта гадина только вылезет. Сразу получит в лобешник. Ну, зашевелилась, заактивировалась. Так, надо отходить. Твою налево. Пропускаем ход. Смотри, 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 пакость уже бежит. Ход пропускать надо. Все. Валим отсюда. Как можно быстрее отсюда сваливать надо. Так, Торвальд, девчуля и Гордон. Гордон Фриман. Все, выходим. Первый, второй, третий и чувачок наш. Все, друзья, прошли. Спасибо, что вытащили меня. Профессор Люмьер окончательно спятил и приказал запереть меня в камере. Боюсь представить, какие у него были планы на мой счет. Что за профессор? Руководитель всего объекта. Сначала мы просто изучали кристаллы этой планеты, но потом все вышло из-под контроля. Как оказалось, кристаллы воздействуют на человеческую психику, и под этим воздействием Люмьер начал ужасные опыты. Так вот, кто за все это ответственен. Уверена, профессор знает о местонахождении наших ребят. Нужно его найти.
Гордон раздобыл боезапас и может давать патроны союзникам. Вау! Ха, прикинь, теперь мы можем получать с тобой патроны. И это круто. Так, друзья мои, у нас и здесь есть, и здесь есть. Ну что, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте сегодня закончим серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!